Фактически игровые факты о фактах. Факт номер 4. Осада замка Боузера раскрыла глаза его подданным. Зачем мы пришли? За справедливостью! Когда мы ее добьемся? Сейчас! Зачем мы пришли? За справедливостью! Когда мы ее добьемся? Сейчас! Хорошо, хорошо, хорошо! Ваши требования! Нам нужно оружие! И амуниция! И большой фиолетовый фалоимитатор! Да. Что? Все это стоит очень дорого! Дорого? Ты прикалываешься? Посмотри на свой гребаный замок! Это тебя не касается! Все это время, все, что ты говорил делать, тихонько ходить и... И охранять замок, да! Я знаю! Это нужное дело! Да мне насрать! А я бы хотел летать быстрее! А я-то чем могу тебе помочь? Ну, это, например, реактивный ранец. Попроси у него еще ранец. Твою ж! Закрой пасть, черный ублюдок! Все, ребята, разговор закончен. Охраняйте замок дальше. А что там с принцессой? А что с ней не так? Мы тоже хотим с ней трахаться. Что? Да, подожди, что? Ведь она твоя девушка, так? Ну и ты мог бы нам дать поковыркаться с принцессой? Эй-эй-эй, стоп! Ты же говорил, что она твоя дочь. А мне, что она твоя сестра. А мне, что она делала тебе печеньки. Что мы ели тогда на завтрак. Ладно, ладно, вот вам правда. Я люблю ее и хочу похитить ее у Марио. Ты ее похитил? Да. Ну, нихера себе. Твою ж, я ухожу. Эй, вернитесь, давайте договоримся. Я дам вам все, что вы захотите, парни, черт! Что тебе надо, а? Ты лгал мне, и теперь я отплачу. Я тебя на кусочки раскромсаю, кусок дерьма. Эй, чувак, купился? Расслабься, пойдем лучше принцессу похитим. Перевод на русский, Грех МТР, ты редактура Саматары, и текст читал Всеволод Парк. Подписывайся на наш канал, паблик и... И вообще ты молодец, да. Так,